находимся в Италии. В Милане. Йоу. Гуляем по Милану. У нас 45-часовой отдых. И мы в Милане. Сегодня воскресенье. Балдеем, гуляем, шопимся, немножко пошопились. Да. В центре здесь пофоткались. Интересно, круто. В общем, немножко решили развеяться. Ну, мы всегда стараемся развеяться. По первой возможности сразу же в какой-то большой город где-то погулять, где-то что-то посмотреть. Это для нас номер один, чтобы на выходных это получилось. Вот. А те, кто подписаны на наши инстаграмы, узнают об этом раньше всех. Да-да, ребята, кто на инстаграм подписан, узнаете раньше всех. Так что подписываемся. Инстаграм Волк Да Кинг и инстаграм Волк Да Квин. На прошлых выходных дегустировали в Амстердаме сыр. На этих выходных в Италии, в Милане колбасу. Сейчас возьмем колбаски чуть-чуть. Салями. Микс нам делают. Red wine. Barolo. Окей. Супер. Стоит 10 евро. 10 евро, thank you. 10 евро, получается 4 вот таких колбаски. Сейчас еще будем дегустировать сало. Бери. Оно у меня во рту растаяло. Угу. Прикольно, да? Я же не знаю. Взять может чуть-чуть? Возьми. Поедим. How much? 100 грамм. For euro? Кумпякум есть. Не знаю. Оно какое-то, оно-то растаяло, но оно какое-то, ни мяса нету, ничего. Такое, знаешь, типа, ну, безвкусное особо. Ну да. Ладно, не будем сало брать. Смотрите, друзья, какой шоколад. Это все шоколад. Замочек, бабочка, ключики, сердечки. Ключ как настоящий. Пассатижи. Лего. Лего, да. Класс. Пахнет так вкусно. Вообще, очень. Зашли с женой перекусить. Ресторанчик. Мы здесь находимся. Ну, все на улице сидят, но мы спросили, в здании есть места? Сказали, есть, и вот отвели нас в такую комнатку, как VIP-комната. Вот, VIP-гости мы. Взяли пиццу и вина взяли. Это уже за 2 дня наша третья пицца. Очень вкусная пицца в Италии, просто бомба. Мы чисто пиццы и кушаем. Ну и пасту сегодня еще покушали. Было вкусно, да? Угу. Приятного нам аппетита. Мы прибыли на конечную станцию. Вот и подходит к концу наше путешествие по Милану. Проехали на метро до конечной станции, взяли такси и поехали на паркинг. До паркинга нам было еще 20 километров. Отлично провели день. Вторник. Сейчас поедем на мойку, нужно помыть полуприцеп внутри. Помоем полуприцеп и поедем на загрузку. На загрузку в Верону и будем грузиться в Швецию. В Швеции выгрузка в Хельсинборге. Прицеп после рыбы, поэтому нужно внутри его помыть. Получается, сегодня вторник, воскресенье в 6 утра мы стали на паузу. На паузу 45 часов. И наша пауза подходит к концу. Погуляли в Милане, отдохнули, развеялись.
классный город, за собой оставил очень много эмоций. Вот, получается, остановились когда на 45-ку, 6 часов утра было. Это 4-й паркинг, на котором мы кое-как боком стали. Вот таким образом мы стали, вот машина, здесь елка, перед елкой стали. Вообще, в районе Милана, до Милана 30 километров. Все паркинги на выходных были забиты, ну точнее 3-4 паркинга, которых мы проехали, все забиты. Мы заезжали на паркинг, в самом начале оставляли машину, Вика пошла в одну сторону, я пошел в другую сторону искать какое-то местечко, где-то может какая-то елка освободилась. Ни хрена, все забито, нигде ничего не освободилось. Пришлось вот так остановиться. И я очень сильно переживал. Ну, в воскресенье все машинки стояли. Кто-то на 45-ке, кто-то на 24-ке. Никто никуда не выезжал. Мы когда в Милан поехали, я номерок на лобовое стекло оставил, вайбер. Ну, никто так и не уехал, понятно, в воскресенье, кто куда поедет. Тем более запрет, кстати, был. Есть поляки и литовцы стояли. И переживал, что в понедельник эти машины, когда начнут выезжать, это-то нормально выезжало бы, но здесь уже другие машины стоят. А вот те три, переживал, что не хватит им места. Вот, были готовы к тому, что нас будут будить, не можем проехать. Мы будем либо помогать проехать, ну, либо придется отъезжать аккуратненько по минутке. Ну, потому что вариантов больше не было. Но, вы знаете, все в понедельник машины выехали, вообще мы никому не помешали. Как бы на глаз так вот смотришь, места вроде хватает. Ну, водители все разные, кому-то хватает, кому-то нет. Кто-то придет и будет, я не проеду, ну, даже не будет пробовать проехать, я не проеду, давай отъезжай, вызову полицию. У меня просто в Германии такой случай был на личном опыте, ну, там долгая история, вот. Но стояли литовцы, поляки вообще без проблем, молодцы, выехали. В 11 часов дня только сюда заехал итальянец на 45 минут, наверное. Вот, в 11 заехал и подошел к нам, типа, не могу выехать, давайте отъезжайте. Но он еще в елке стоял. Ну, а он постучался, мы зашторены, а я Вике говорю, ну, я уже понял, что, наверное, кто-то выехать не может. Говорю, Вика, давай, ты высматривай и общайся. Ну, девочка, может, знаете, там полояльнее немножко туда-сюда. Попробовали такую махинацию провернуть. Ну, Вика выглянула, там он такой сразу, я никуда не поеду, пока вы не ответите. Вика говорит, типа, мы сейчас вам поможем, туда-сюда. Он такой, ну ладно, давайте помогайте. Ну, мы вдвоем вышли, там еще мужичок один, помогли, там место у него было нормально, выехал, все хорошо. Так вот. Все, друзья, едем мыть прицеп на загрузочку и полный вперед в Швецию. Мойка идет полным ходом. Помыли, теперь дезинфекцию прицепа делаю. Ставим плюс 27, чтобы прицеп просушился до загрузки. Прибыли на загрузку. Сходил, зарегистрировался. Сказали, пока ожидать на паркинге. Прицеп уже просох. Сейчас поставил машину с горки. Приподнял ведущую ось. Опустил подушки, немножко слил воды, сейчас пол немножко только подсохнет, и все. Так уже стены, потолок, все сухое, только пол немного остался. Груз пока до конца еще не готов, в общем, лягу немножко подремать. А Вике говорю, а ты охраняй мой сон. Все, я в общем спать, а ты охраняй, хорошо? Смотри, чтобы тут никто не мешал, не подходил, не сигналил, а я посплю, окей? Конечно. Сейчас на улице стану с плакатом «Влад спит, всем тихо». Хорошая идея. Воплоти ее в реальность. Все, спокойной ночи.
такой часик дреманули, потому что груз был еще не готов. Возможность была кимарнуть. Представляете, ребята, вот это предприятие, где мы грузились, чтобы сюда заехать, нужно заплатить 10 евро, чтобы заехать на погрузку. Платишь 10 евриков, потом только заезжаешь. Ну, типа, соглашаешься с ихними правилами. Вот так они аргументируют это. Вика готовится к полету. Выехали на А22. Доброе утро, ребята. Вчера прошли Австрию, заехали, заправились, ехали в Германию. Где-то до Мюнхена. После Мюнхена температура такая, минус 10 была. Снежок везде в Германии. Вот, и дошли мы до Хофа на 9-м автобане. Встали на паузу. Немножко скользко, но асфальт нормально посыпан. Сухой. Вот. Встали на паузу, отстояли девятку, сейчас проснулись, покушали, выдвигаемся дальше. Едем дальше. Жена моя любимая. План у нас немножко меняется. Выгружаться мы уже не будем. Едем в Хельсинборг сегодня. Полуночь где-то. Расцепимся, станем на паузу, и завтра утром приедет машинка и будет замена полуприцепа. Вот. Меняем прицеп, поедем во Францию, в Лиле, и там будет еще одна замена прицепа. Завтра, в общем, придется 1100 с копейками там проехать. Вот такие вот дела. На улице минус 5. Везде снежок, такой тонкий слой лежит. Красиво, погода красивая. Зима, зимушка. Жена пьет кофеек. На ямке здесь наезжают, и она обрывается. Тут не обсикайся от смеха. Обливается. Вот так, на позитиве. Сейчас уже буду на паркинг заезжать. И Вика поедет. Проехал полтора часика. Сейчас Вика проедет, я тоже кофейку попью. Такие вот у нас планы. Есть. Паромчик. Мы уже в Ростоке. Сейчас пойдем паромом на Данию. Не пойдем, поплывем. Пойдем. Нет, поплывем. Пойдем. На самом сайте написано «плывем». Идем. На сайте написано даже «плывем». Подписчики сказали «идем». А на сайте «плывем». Потому что моряки возмущаются.
паромы ходят, говорят они. Ну, на сайте написано «плывем». А мы будем ходить. Паром идет 2 часа, сходили в душик, помылись, взяли по бутербродику такому с красной рыбой. Как обычно, зелень ест, убирает все. Так, люблю все, что с ним связано. Сегодня Вика к вечеру песенки поет. Настроение бомба. Да. Мы уже на втором пароме пришли из Дании в Хельсинборг, в Швецию. Сейчас выезжаем на парковочку, отцепим полуприцеп и завтра ждем машинку. Будем делать перецеп. Как настроение, жена? Отлично. Что ты такая грустная стала? Подай камеру. Где то настроение? Я так люблю все, что с ним связано. Розочка красивая. Так, да, она так вообще распустилась, а пахнет. Я так люблю все, что с ним связано. Застряла песня? Так, друзья, стали мы на паузу, расцепились. Вот машинка. Лёлик какой-то. Там он прицеп расцепили. Олега приедет, если здесь никто не займет, то сюда поставит. Если займут, то за прицепом есть место. Здесь, в принципе, можно оставить. В 6 утра должен приехать перецепщик. Ну, а мы пока ложиться спать.